Ребята, ну а вы не пройдите мимо и подпишитесь на этот канал, ведь у него реально крутое оформление, крутая шапка, крутая, короче, аватарка, вообще классный каналчик, делает ревьюхи и крутые видосики. Я лично посмотрел некоторые видосы, и они оказались очень классные. Так что подпишитесь, ссылочка в описании. Ну а мы переходим к аккаунту Нубика. Как всегда, погнали, ребята. Привет, ребята, вы на канале Тенплей, и сегодня Нубик снова возвращается с вами. К нам, конечно же, он возвращается. Он сегодня нафармил сундучков, и сейчас мы пойдем еще в каточку. Я купил за 29 гемов, вот тут были, короче, 35 билетиков. Почему я не показал, как я купил? У меня выключилась запись, и сейчас я проверю. Она у меня вроде бы работает. Я надеюсь, она, конечно же, у меня не остановится, как было в прошлый раз. Я пошел в катку на 20 билетов, я ее затащил, но у меня она тупо уведомление, какая-то ошибка. И я такой, да ну нафиг, вы же не поверите, что я купил билеты, что я, ладно, я надеюсь, вы поверите, потому что в прошлом видеоролике у меня было 40 кристаллов, 47, если я не ошибаюсь уже. Ну, это все правда, у меня были эти кристаллы, я их нафармил с первого открытия, когда у меня было 30 сундуков. Давайте сыграем на 5 билетов, вот. Я все же обратно же проверяю запись, идет ли она у меня или нет. Давайте даже... Да, у меня вроде запись идет, потому что на паузу я могу поставить. Ладно, давайте пойдем, рискну. Не запишется. Ну, надеюсь, выбить сегодня редкого бойца. Так, давайте пойдем. Будет иногда вот эта табличка выскакивать сверху, ну я ее буду двигать, потому что я очень нервничаю, потому что когда я записываю такие видеоролики, не сильно важные, то пускай. А когда, например, буду записывать какой-то серьезный ролик, там, оно не запишется, например. То что мне делать, блин, ну как-то, знаете, так, надо проверять. Я вот обновил предложение это, после того, как у меня не сохранилось, и надеюсь, теперь оно не будет у меня. Так, короче... Тормозить, ну не тормозить, а тупо так тупить. Потому что, блин, выключать запись, когда просто интернет все работает, какая-то ошибка выскакивает. Но это уже, ребята, нужно что-то делать. Так, кольт что-то сильно тачерский. Потому что я прошлого кольта, который был, который не записалась запись, я его убил на изи. Но этот кольт вообще не изичный. Так, у меня запись до сих пор идет. Все, идет. Я не нервничаю теперь. Ну, откроем с вами сундучки, короче, и надеемся выбить нового какого-то бравлера. Так, давайте, вот этого вот кольта зажать нужно его, этого падла. Иди сюда. Так, ульту упустили, но, блин, это мало. Давайте, минута осталась, пацаны. 50% хп осталось. Давайте, я пойду. Давайте, так, хорошо, давай. Давай, Рико. Рико, что ты такой тупой, блин? Нафига ты просто стоял так? Окей, ну так, осталось немножко ему. Так что ты делаешь, Штефан, давай. Ой, как хорошо, отскочил он. Так, хорошо, давай. Да, нормально. Мы его сейчас убьем, скорее всего. Так, запись идет. Все идет. Окей, давайте, погнали, ребята. Давайте, 4% осталось. На тебе, на. Да давай, добивай уже. Добей ты его. Давай, добивай. Да все, он уже все, он труп. Все, нормально. Нубик убил, кстати. Там написано было, Нубик убил. А это я. Приятно. Так, у нас 12 сундуков. 12 сундуков, и я на всякий случай сейчас выключу запись, ребята, и по новой запишу. Потому что я боюсь за потерю видеоролика. Потому что выпадет новый бравлер, и вы не увидите, как он выпал. Ну, короче, все такое. Ладно, давайте встретимся, ребята. Все, сохранилась запись прошлая, так что... Ну, когда мы играли каточку, давайте откроем с вами 12 боксиков. Я надеюсь выбить Поко. Я буду очень рад тебе. Это прям мемы. Я хотел Поко, но мне выпал какой-то кактус. Да, вот сейчас будет как раз такое. Возможно, мне кактус выпадет, а не Поко. Вот возможно такое, блин. Если так сейчас будет, то это жесть. Пожалуйста, ну дайте мне Поко. Я так хочу Поко, прям вообще капец. Так, сейчас с этого сундука нам дропится Поко. Нет, нет. С этого, не.
Пожалуйста, ну дайте мне Поко. Где мой Поко? Алло. Офигеть, не выпал Поко. Ну как такое возможно, блин? Редкий боец, я уже не помню, как. Ну как вообще не падают такие вот бойцы? Давайте, это последняя надежда. Погнали. Ну я хочу очень Поко, блин. Да это какой-то невезучий аккаунт у меня получается. Ладно, ладно, давайте. У меня просто на 700 кубках есть уже Пайпер на одном аккаунте. Ну, моем личном, я его нигде не забрал, ничего, никто его не создавал, это мой аккаунт, называется Иван Дэн. Но я его не показывал. О, кстати, кактус, против нас кактус, окей, ну, вы поняли, короче, спайк. Давайте сейчас, ой, какой мы дамаг получили в нашу сторону, так, ладно. Давайте, погнали. Какая-то тьма у нас никудышняя вообще. Ух ты, капец, как спайк наносит урон нам. Давайте, хорошо, погнали. Погнали. Так, давай. Я с этой стороны. Ой-ой-ой, спайк, так. Блин, спайк, не попал, давай. Хорош. Вот так нанес, все, стоим нормально. Еще наносим, хорошо, все, мы его просто разгромили. Просто огром, разгром просто. Ай-яй-яй-яй-яй, он хитрый, так. Ладно, я буду здесь его караулить. Ага, так, не попал. А теперь давай, иди сюда, мой сладкий, на тебе. Так, давай, еще, на тебе. Ну, это вообще разгром просто, погром просто. 20 осталось у него тысяч хпшки. У меня же запись идет. Все, короче, надо было просто обновить предложение, потому что у меня две попытки было. Они у меня, короче, остановились. Одна попытка я катку целую сыграла, а потом остановились. А потом я... Вторая попытка, это я после приветствия, у меня вылетела запись. Ну, не знаю, ну какая-то фигня творилась. Я просто обновил предложение, немножко поменялось оно. И, наверное, будет теперь не тормозить. Так... Пожалуйста, последний сундучок. Нам на него хватает же? Да, хватает. Я просто заклинаю этот сундук. Вы поставьте лайк, пожалуйста. Я его открою носом. Вот прям серьезно, я его сейчас носом открываю. Вот мой нос, я клюнул в экран. Так, надежды еще есть. Я клюнул раз, клюнул два. И гемасы, пожалуйста. Блин, один билетик. Не, мой клюв не помог, короче. Ладно, ну мы не будем расстраиваться, мы пойдем еще затащим на Броке. Все-таки Брок это топовый боец, которого мы вот недавно с вами выбили. Очень круто. Так. Давайте. Так. Я даже знаю, как я назову, кстати, этот, как я назову видосик. Я хотел Поко, но мне выпал какой-то кактус. Да, я так и назову. Но я не знаю, как его назвать. Я просто по фану зашел на этот аккаунт, пофармил сундучков. Надеюсь, вам понравилось. Просто показал, как у меня дела на этом аккаунте. И показал вам, что я не сижу просто так. А я уже 100 кубков за день фарманул на этом аккаунте. Я на нем не буду просто закидывать. Я буду на нем играть. Ведь основа моя уже укомплектованная, как говорится. Ну, в принципе, вы поняли, как бы, прокачанная. У меня много бравлеров уже на фуловой прокачке, только монет не хватает. Так, давайте еще боксики фармим. Надо скоро кого-то уже убивать, потому что хпшки у нас уже мало. Давай, нубик, давай. Так, хорошо, теперь погнали охотиться. Рикошет, на тебе, получил по головке, так, понял? Так. Ой, там 10-баночный. Так, Леончик. А, нет, это Брок. Ну, это изи, братан, прости. Так, 3 бойца осталось. Где этот, как его звать? Вот, давай его. Ой, как хорошо, сколько банок. Так, давай, на. Давайте, если это топ-1, то вы поставьте лайк. Давайте, вы ставьте лайк, короче, я ухожу играть. Все. Вы ставьте лайк, но он меня никак уже не сможет просто надамажить сколько так. Два, тим, 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 тим,
Не, как там? Тим Терн. Так, все, давай. Все, тимимся. Получил по голове. Все. Нубик убивает Джина, мифического бойца. Давайте, ребята, следите за каналом. Ведь я не буду просто боксы открывать, потому что каждый перс я буду на видос... Короче, буду боксы фармить. Вот с этого момента я нафармлю где-то, не знаю, боксов 20-25. Ну, примерно так. И открою с вами его. Я не забыл, ребята. В прошлом видеоролике, когда мы забирали Брока, я хотел купить скин на кольта. И я забыл это сделать. Ну, давайте сегодня все-таки хоть что-то мы сделаем. Давайте скриншотик. И падает нам кольт. Вот так вот. Кстати, я еще пока вот играл, у меня пришла прям мысль такая вот превьюшку сделать, типа спайк. Такой смайлик, типа грустный. Такая, типа стрелочка, поко и смайлик радостный. Ну, короче, типа такое, поняли? У меня как-то мысли приходят во время видеоролика. Именно как бы на тему превьюха. Ну, на тему, как бы вы поняли, превьюха это, типа, главный экран, типа, моего видосика. Ну, вы смотрите, и такая картинка, когда врубаете мой видос. Это называется превьюшка. Так, давайте попрокачиваем пока есть моих бравлеров. Я буду всех так прокачивать, не буду на одном прокачиваться. Мне надо равномерно всех так прокачивать. К сожалению, на Брока нету очков, силы. Так, давайте вот Шелли тоже прокачаем, чего бы нет. Шелли у меня уже на шестом ранге, да, на шестом. Ну, прикольно, ребята, мы прокачались так на этом аккаунте. С вами был Денис с канала Денплей. Поко, выпади нам. А тебя я не хочу никогда видеть. Только, пожалуй, на основе, на своей, на которой 14,5 тысяч и нету легендарок. Добро пожаловать. Такая красная дорожка тебе. А вот Поко хочу очень. Не, ну серьезно, а что мне не выпал Поко сегодня, я не знаю. Шанс на редкий 3%. Ладно, давайте все, ребята. Всем удачи и всем просто, ребята, покедово. Покедово, ребята, удачи вам. Скоро выйдет тоже новый видосик, так что давайте, ждите, ребята. А я пока не смотрю Бравл ТВ, Бравл ТВ. Все, всем пока.